вспоминая анекдоты. Достали. Монолог мужа. Живем с женой мы много лет. Все вроде устоялось. На завтрак кофе и омлет, борщ и котлеты на обед, на ужин что осталось. И слесарь, и электрик я, маляр, совсем справляюсь. Водитель тещи тоже я. Хоть теща жуткая змея, держусь, терплю, стараюсь. Зарплату до копейки в дом, не пьющий, не курящий, все мало, пилят день за днем. Вот бабы, могут съесть живьем, ад самый настоящий. Я ко всему давно привык, живем годами вместе, и не срываюсь я на крик, не жду, когда наступит миг для утонченной мести. Вот только в прошлый выходной сорвался. Как тут будешь? Мы сели завтракать с женой, и вдруг она мне: «Дорогой, меня еще ты любишь?» В ушах от злости жуткий гул. Вот ведь смогла, достала. Ну, вилку я на стол швырнул, встал, с шумом отодвинул стул, спросил: «Что, ждешь скандала?» В меня с утра, как скорпион, вцепилась ты и жалишь. Потом подумал, снизил тон и, сплюнув, вышел на балкон. Да разве с нею славишь?